Хвойный лес с его свежим воздухом и почти нетронутой природой. Идеальное место для отдыха. Пребывание в такой обстановке благоприятно влияет на организм, особенно детский. Пандемия хоть и позади, но личную гигиену никто не отменял. Обязательно моем руки, потому что входим мы в, пожалуй, самое любимое место у отдыхающих, да и у самого персонала, во Вкусляндию, то есть обеденный зал, и он капитально отремонтирован. Основные изменения коснулись пищеблока. Лагерь имени Деева почти готов к открытию первой смены. В пищеблоке переделали два овощных цеха, покрасили стены, закупили посуду и моющие средства. Также в лагерь привезли новые скамейки. Сейчас помещения и здания выглядят уже хорошо, но это не окончательный вариант их будущего облика. К 1 июня планируется закончить обновление вывесок и очистку крыш от сосновых иголок. В этом году мы работаем в ускоренном темпе. В этот год у нас юбилейный, нам исполняется 70 лет. На данный момент ремонтные работы мы заканчиваем. Все подготовительные работы выполнены. С Роспотребнадзором и с Госпожнадзором вопросы порешали. Детей укомплектовали полностью, персонал тоже у нас укомплектован полностью. В юбилейный год, как и всегда, особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм, профессионализму сотрудников и безопасности. Вот в прошлом году мы уже установили систему оповещения, которую вот после 9 мая мы опять запустим. После праздника у нас, который в том году работал успешно, мы каждую смену проводили по две, по три тренировочки. Самые теплые воспоминания о детстве и юности часто связаны с оздоровительным лагерем. Дети проводят время с друзьями без интернета. Вожатые внимательно за этим следят. Мы уже второй год открываем смену и с палаточными лагерями. Это на базе Огонька и на базе Деевского лагеря. И хочу сказать, что палаточные лагеря очень востребованы детьми. Детям очень интересно, им нравится эта экзотика. И каждый раз смена проходит успешно. Всего планируется организовать 4 палаточных лагеря, если позволит погода. В целом за сезон 2024 планируется оздоровить более 50 тысяч детей. Акцент на доступности отдыха, особенно для детей из социально незащищенных групп. Тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей или участников СВО. Последние получат путевки абсолютно бесплатно и вне очереди.